Непривычно долгое общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации завершилось. Оно длилось 7 дней. Уже в первой половине дня председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала об итогах голосования и о том, как оно проходило в нашей республике. Альбина Ламкова продолжит тему. Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации длилось 7 дней. 1 июля стал завершающим, и уже в 8 все участки для голосования были закрыты, и сразу начался подсчет голосов. А на утро в республике уже были подведены итоги. Сама организация проведения голосования на территории республики была возложена на избирательную комиссию Карачаево-Черкесии, 12 территориальных и 249 постоянных и одну временную участковую комиссии. В нашей республике приняли участие 249 тысяч 13 человек, что составляет 84,22% от численности людей, внесенных в список голосующих. Поправки поддержали 84,8% голосующих, а это 211 163 человека. Против поправок проголосовало 37 367 человек, что составляет 15,01%. Лариса Абазалиева отметила, что 1 июля была еще одна важная дата. В 2012 году указом главы республики был учрежден праздник – День работников избирательной системы Карачаево-Черкесии. И 2500 членов комиссии всех уровней отметили свой профессиональный праздник на рабочем месте. Вчера был такой праздник два в одном. У нас был день голосования и день избирательной системы. На участках присутствовало 1250 наблюдателей, делегированных Общественной палатой Карачаево-Черкесии. Это представители 30 политических партий и общественных организаций, которые следили за ходом голосования на протяжении 7 дней. Это люди самых разных политических взглядов. Это люди, представляющие самые разные слои общества. И огромное спасибо этому наблюдательскому корпусу, который все 7 дней был рядом с членами участковых комиссий, вместе с ними выходил на придомовые территории, выезжал в труднодоступные территории, вместе с ними был на участках. Все это время вместе с ними были сотрудники правоохранительных органов. На 52 участках Черкесска с 25 июня по 1 июля применялось видеонаблюдение. Жалоб ни в избирательную комиссию республики, ни в территориальные комиссии, ни в участковые комиссии не поступало. По нашей информации, нет жалоб и в правоохранительных структурах, в органах прокуратуры. Жалоб тоже нет. И, пожалуй, для любого председателя избирательной комиссии, субъекта, это один из главных индикаторов. Кроме этого, 44 КАИБа были на участках. На всех остальных участках для обеспечения легитимности и прозрачности голосования применялась технология составления протоколов голосования с машиночитаемым кодом. В результате ускоренного ввода итоговых протоколов уже к 2 часам ночи было введено 95% всех данных. Когда протоколы очень быстро вводятся в систему ГАС-выборы, то это дополнительная гарантия того, что они не подвергались никаким изменения. Вот таким образом, сегодня утром избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики своим постановлением утвердила итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. И сегодня, уже после этого, мы можем говорить, что голосование на территории Карачаево-Черкесской республики состоялось. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.